Почему Российская Федерация воспользовалась вето по вопросу Серебряницы, когда случай более чем очевидный и известный во всем мире? Когда мы говорим о том, почему была начата эта война, и почему эта война достигла такого уровня, почему идет конфронтация, не только идет война не только против Украины, но и конфронтация с Западом. Причем такая хулиганская, хамская, на пустом месте. Причем именно тогда, когда Запад демонстрировал, прямо скажем, готовность забыть все, простить все, ты только вот при останове военные действия мы даже забудем Крым. Зачем все это делается? Мне кажется, одной из причин, вот реально не поводов, а реальных причин, является решение Гаагского суда о возвращении 50 миллиардов долларов акционерам бизнеса. Дело в том, что это решение является чрезвычайно болезненным для Кремля. Потому что, несмотря на все заявления, которые были по этому поводу сделаны, в последнее время, значит, Кремль признал юрисдикцию Гаагского суда, согласившись участвовать в этом процессе, тем самым признавая любые решения, которые этот Гаагский суд примет. Путин неделю назад заявил, что он не признает юрисдикцию Гаага. Значит, есть огромное количество документов, просто Российская Федерация была участницей... Он уже передумал. Нет, она была участницей процесса Гааги. И, соответственно, этот же процесс длился там не два дня, и не две недели, не два месяца. Он длился несколько лет. Там, если я не ошибаюсь, чуть ли не 7 лет или 8 лет. Это гигантский процесс. Значит, там очень длительная процедура. Там, значит, говорит... Там есть истцы. Истцы, известно кто. Они, значит, подготовили там свое исковое заявление, которое составляет такую книжечку. Просто там несколько десятков, если не сотен страниц. На это исковое заявление ответчик, который согласился участвовать в этом процессе под названием Российская Федерация, через 6 или через 8 или через 10 месяцев написал ответ. Почему он считает это исковое заявление неправильным, как он отбивает это. Затем на этот ответ истцы написали следующие документы. На это ответчик написал следующие документы. Потом суд начал работу. Он допрашивал свидетелей, он допрашивал истцов, он, значит, допрашивал ответчиков, он проводил одно заседание, другое. Это все. И в этих всех процессах Российская Федерация участвовала юридически. Там везде стоят подписи представителей Российской Федерации, наделенные всеми юридическими полномочиями. Поэтому то, что сейчас, кто бы то ни было, со стороны российского руководства говорит, что мы с этим не согласны, не имеет значения. Вот 8-летний процесс на глазах у всех. Это международный процесс. Тем не менее, когда это решение было принято, и когда, да, и там же были тоже известные предложения, в том числе акционерам, о том, чтобы не доводить до решения Гаагского суда, договориться там на полпути, мы, собственно говоря, там что-то вам заплатим, и этого решения не состоится. Истцы на это не пошли. Гаагский суд принял соответствующее решение. Когда это соответствующее решение было принято, было объявлено, в Кремле было принято решение, мы выплачивать эти деньги не будем. Вот так вот, так было принято решение. Вот. А дальше начинается такая вот интересная вещь. Значит, а как? Ну а дальше начинается то, что начинается. Вот начинаются там процессы, начинаются идентификация и арест российской собственности по тем странам мира, где обнаруживается, где обнаруживают истцы, где обнаруживается трибунал, где обнаруживают соответствующие вот службы. Но тогда возникает для Кремля выбор. Мы оказываемся в положении хулигана, который не выполняет решение суда, или мы оказываемся в положении геройского патриотического движения, бросающего вызов империалистической гегемонии Соединенных Штатов и Европе, и в качестве вот этой такой борьбы ведем. Если мы ведем такую борьбу против всего Запада, тогда совершенно другое дело. Да, вот они нас гнобят, они на нас нападают, но потому что вот мы, наши ценности являются патриотическими, православными, еще какими-то другими, и значит они принципиально отличаются от этого от ценностей загнивающего Запада. Это совершенно другое дело. Вот, и тогда нужно не просто ограничиться конфронтации по решению Гааги, но надо расширить круг
направлений и проблем, по которым наши позиции принципиально различаются, даже если они выглядят совершенно такими естественными. Тогда вот мы по всем вопросам оказываемся противостоящими Западу, неважно, были основания, не были основания. И тогда вот видите, Запад везде нас окружает, по всем вопросам с нами не соглашается, поэтому мы ведем священную борьбу против загнивающего Запада. Вот я бы высказал такую вот гипотезу, которая, как мне кажется, вытекает еще из вот этого решения Гаагского суда, но которым уже подверстывается все, что можно подверстать на этом пути. Не является ли ситуация в Луганской и Донецкой области своего рода постоянно действующей занозой для Украины, препятствующей ей вступление, дальнейшее продвижение по линии европейской интеграции, поскольку одно из положений Европейского Союза говорит о том, что там могут быть страны, которые не имеют претензий территориальных со своими соседями, то есть чисты в смысле границ. А вот удержание вот такого напряжения по существу блокирует продвижение дальше Украины по европейскому пути, и руль держит в этом отношении Путин, благодаря тому, что вот эта ситуация такая есть, и она будет, по моему мнению, сохраняться достаточно давно, долго, потому что это выгодно Путину препятствовать Украине в Европу. Первое. Такого положения в документах Евросоюза нет. И Евросоюз принимал свои члены, полные члены, страны, у которых были территориальные проблемы. Наиболее яркий пример – Западная Германия была принята в члены Евросоюза, но тогда было Европейское экономическое сообщество, без каких-либо проблем. Совсем недавно, в 2004 году, стал Кипр. Южная часть Кипра, несмотря на то, что никакой урегулированности с Северным Кипром до сих пор нет. Так что это не является ограничением для вступления в Евросоюз. У Украины есть много проблем, которые пока и в ближайшее время не позволяют ей стать полноценным членом Евросоюза. Но это прежде всего касается состояния экономики, состояния государства, состояния институтов, состояние правовой сферы, там много что нужно сделать, так же, как, например, если бы Россия решила бы вступить в члены Евросоюза, если бы такое желание было, о котором, в частности, некоторые российские политические деятели говорили, Путин, кстати говоря, тоже не исключал этого в начале своего пути, политического пути на посту президента. Но просто есть некоторая дистанция, это нужно сделать. Даже вот страны, которые выбирали для себя это в качестве важнейшей внешнеполитической стратегии, страны Балтии, страны Центральной Европы, посвятили 15 лет тому, чтобы приблизиться к стандартам Евросоюза. Для Украины это сопоставимый срок для того, чтобы достичь соответствующих результатов. Что касается появления этих двух республик, то, как вы хорошо знаете, это то немногое, что удалось получить в результате неудачного исполнения плана Новороссии. Вот мы когда говорили о том, как долго Путин готовился к этому, как размышлял, было несколько планов, уже планов, которые это уже не просто размышления Путина, это планы, подготовленные в Совете Безопасности России, о том, какую часть Украины необходимо по разным вариантам либо захватить, либо установить контроль, либо, значит, сделать в качестве там независимой Украинской Федерации. Там было много разных вариантов. Первый самый амбициозный вариант заключался в том, что отбирается Крым с Севастополем, а на 11 других областях левобережной Украины устанавливается российский контроль. После там соответствующего анализа, соответствующих действий, отпали три области: Сумская, Черниговская и Киевская вместе с Киевом, потому что первоначально, как, впрочем, в некоторой степени до сих пор, значит, Киев рассматривается как главный приз, как это, мать городов русских, и неправильно, чтобы Киев находился не под тем политическим контролем. Тем не менее, вот в своей знаменитой речи 17 апреля 2014 года
называемой новороссийской речи, Путин как раз назвал 8 других областей Украины, восточной, юго-восточной, южной Украины, в рамках которой должна быть создана вот так называемая Новороссия. А, значит, вот, несмотря на очень существенную поддержку, несмотря на то, что там, как говорится, поджигали ее, поджигали, вот, бензин поливали, спички бросали, но не загорелось. Удалось им только захватить вот кусочки Луганской и Донецкой областей с помощью российского спецназа. И эта часть территории была бы освобождена украинскими войсками, если бы не прямое вторжение российских войск. Поэтому это то, что удалось вот как бы выиграть буквально военным вторжением с применением вооруженных сил и техники со стороны России. Следует, может быть, в этом месте сказать, что накануне начала операции «Новороссия» было несколько опросов общественного мнения, но буквально в апреле 2014 года было проведено детальное обследование общественного мнения по регионам юга, юго-востока и востока Украины, и выяснилось, что да, действительно, в каждой из этих областей есть часть населения, которая в той или иной степени поддержит либо автономию от центральной украинской власти, либо отделение от Украины, либо там независимость, либо присоединение к России, там разные варианты и так далее. И доля респондентов, поддерживающих суммарно все вот эти варианты, по этим областям колебалась. Там меньше всего это было в Николаевской области, в Днепропетровской области, больше в Одесской и Харьковской областях, около 17% людей суммарно поддерживали эти варианты. Самый высокий уровень поддержки этих идей был в Донецкой и Луганской областях. Примерно 30% населения в каждой области. То есть, так или иначе, около 70% населения в большей или в меньшей степени, более жестко или менее жестко, более мягко поддерживали сохранение статус-кво в рамках единой нефедеративной Украины. И только до 30% населения, в том числе вот Луганской и Донецкой областях, поддерживали различные варианты изменения этого статус-кво. Поэтому то, что произошло на востоке Украины, является результатом, ну, примерно таким же, каким летом 1940 года осуществлялись так называемые пролетарские революции в странах Балтии, в Эстонии, Латвии, Литве. Значит, появляются там базы советских войск, а потом, значит, появляются на улицах этих городов, значит, в гражданском молодые люди, стриженные как один, вот, и потом осуществляют революцию, и потом, значит, говорит, вот там 98-99% населения этих республик проголосовали за вступление в Советский Союз. Ну, собственно говоря, ничего нового этого нет, это для Запада, забывшего эту историю, для них это гибридная война, какие-то, так сказать, зеленые человечки, мы-то это помним, и наши ближайшие соседи тоже помнят. Поэтому вот это как бы такой повтор. Понятно, что амбиции были больше, аппетиты были больше, удалось удержать это, и в течение примерно, видимо, 9 месяцев, как минимум 9 месяцев, с сентября прошлого года до мая, по крайней мере, до начала мая этого года, основная концепция Путина заключалась в том, чтобы, используя эти два этих образования, две эти республики и два этих огрызка, пытаться не допустить и пытаться добиться изменения Конституции Украины для того, чтобы они получили автономный статус, для того, чтобы они управляли внешней и внутренней политикой страны, не допустили вступления Украины там, ни в Евросоюз, ни в НАТО, никакие другие вещи, другие международные союзы. Вот это была такая как бы основная линия. Но вот, судя по всему, по крайней мере последние два месяца, судя по всему, кажется, и Путин, и там, можно сказать, коллективный Путин, вот, комментируя коммент уважаемого коллеги, он же не один только принимает решение, он иногда озвучивает это, но не один, естественно, принимает соответствующие решения и обсуждает. Кажется, приходят к изменению этого подхода, и вот, возможно, в последние два месяца мы видим начало нового этапа войны или там нового наступления. Вот, так что, видимо, на этом ничто не заканчивается. Война ведется по целому ряду других направлений, и по масштабности, по комплексности таких военных действий
ну, по крайней мере, современный там мир и современный Запад точно к этому не был готов. Это информационная война, это пропагандистская война, это дипломатическая война, это экономическая война. Ну, раньше были этапы: санитарная война, там, лингвистическая война, это диверсионная война, террористическая война. Все это продолжается, это не прекращается ни на один день. Из Украины регулярно сообщают там, о взрывах, которые происходят на территории Украины, соответствующими либо боевиками, либо там, спецназовцами, которые туда заброшены. Аналогичные вещи, аналогичная там, террористическая война проводилась против Грузии после завершения вот такой горячей фазы войны. Ничего нового. Ну и, конечно, естественно, идет такая коррупционная часть войны. Подкуп. Подкуп политических деятелей в Украине, покупка средств массовой информации. Там появляются разные средства массовой информации, которые занимаются открытой пропагандой. Я вот только что был в Украине, был вот в Славянске и был рядом там Святогорская лавра, один из красивейших просто памятников, действительно просто прекрасный на берегу Северского Донца. Но лавра принадлежит Московской патриархии, и там просто с амбона идет просто пропаганда. Там, начиная от здравиц в честь патриарха Кирилла, до, значит, здравиц во славу русского оружия, вот здесь, на территории Донбасса, где, значит, вот это оружие, в том числе и которым пользовались Гиркин и вся эта банда, значит, привели просто к гибели большого количества людей. Это осуществляется прямо там. Так что вот по всем этим направлениям все это продолжается. Оно нисколько не снизилось. И судя, может быть даже кто-то может сказать, сейчас некое затишье, да, вот такое какое-то, вроде бы на действиях информационных, но мое ощущение, что это затишье перед бурей. Вот мы можем делать предположение, какая это будет буря, каких масштабов, в каком направлении она будет двигаться, но зная вот Владимира Владимировича, но не только лично, но вот как раз публично, это не тот человек, который легко отказывается от своих планов. Тем более от тех планов, от той стратегии, по отношению к которой он считает, что это его историческая миссия. Он не будет от этого отказываться. Он будет думать о том, как это сделать по-другому, что будет неожиданным для оппонентов, для противников. Это действительно, и он прямо, надо отдать должное, такой талантливый человек, видимо, с другими тоже придумывать такие вещи, но я не вижу признаков того, что он легко и просто отказался бы от этих планов. Действительно, вот в вопросе санкций наблюдается довольно существенное, если бы не сказать, качественное различие между типом мышления западных лидеров, и даже, можно сказать, западной общественности, и кремлевской. То есть на Западе люди по-прежнему, то есть не по-прежнему, они как бы так мыслят, они там десятилетиями, может даже уже столетиями, все-таки мыслят в правовой парадигме. Во-первых, во-вторых, в парадигме, если наносится экономический ущерб стране, обществу, конкретным компаниям, то лидеры такой страны, видя тот ущерб, который наносится в целом стране, населению, вынуждены будут рано или поздно принять решение, которое эти санкции уменьшает, отменяет и так далее. Это логика мышления Запада. А логика мышления Кремля другая, она логика шпаны. Она не исходит из предположения о том, что там подвластное население, если будет страдать, мы изменим положение. А зачем? Они из другой логики исходят. Это просто прежде всего. Поэтому какими бы санкции Запад не вводил, даже если они окажутся эффективными, нынешние неэффективные, или очень малоэффективно, но даже если найдутся какие-то санкции, которые были действительно эффективными, то это вряд ли бы повлияло, а точнее в данной ситуации, думаю, точно не повлияло бы на поведение Кремля. Были, пожалуй, единственный вид санкций, который мог бы дать эффект, если бы Запад применил бы их непосредственно в феврале-марте прошлого года. Но он их когда не применил, сейчас уже поздно. Это замораживание валютных резервов России в зарубежных банках, то есть в Федеральной резервной системе, во Франкфурте, в Швейцарии, в других местах. Но это не все валютные резервы, но это значительная часть валютных резервов. Тогда это было порядка 500 миллиардов долларов, даже если бы
там, я не знаю, 400 миллиардов долларов были бы заморожены, они не были бы конфискованы, они бы по-прежнему находились бы в собственности Российской Федерации, но они были бы заморожены, например, до освобождения Крыма. Но это не просто в течение очень короткого времени привело бы к колоссальной девальвации российского рубля, к краху российской банковской финансовой системы. И это, возможно, помогло бы, ну, по крайней мере, точно не начать войну в Донбассе, а, возможно, даже привело бы, если бы это было сделано сразу же, то, возможно, это привело бы к остановке действий на Крымском полуострове. Вот. Поскольку этого сознательно Обама не принял этого решения, он сознательно это не принял этого решения, он мог это принять, решение это обсуждалось, он сознательно принял решение этого не делать. Вот. Более того, каждый раз он говорил о том, что мы ничего такого делать не будем, ну, Владимир Владимирович говорит, ну, правильно, не надо, я буду. Вот. Сейчас уже никаких экономических санкций нет. Нет такого рода, которые могли бы воздействовать. По крайней мере, вся история экономических санкций, какая имеется, по крайней мере, на сегодняшний день, показывает, что если санкции могут быть эффективными, они могут быть эффективными по отношению к очень небольшим по размерам стран. Уже по отношению к среднего размера стран, таким как, например, Северная Корея, ЮАР, Ирак, Иран, они оказываются, по крайней мере, на, там, на временном горизонте 8-10 лет крайне неэффективными. Конкретно вот эта санкция замораживает, почему она сейчас не работает? А потому что уже выведены средства оттуда. А есть еще одна версия по этому поводу, я хочу... Во-первых, они выведены, во-вторых, сейчас выведены в другие банки, находящиеся не под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Мнение Андрея Николаевича, есть версия, что финансы ближайшего окружения, которые находятся за рубежом, они не замораживаются, потому что есть договоренность, мы не трогаем ваши деньги, а вы нам выкачиваете всю информацию. То есть все, что происходит в главной точке, становится известно через ближайших друзей, там, где это интересно. Ну, я не знаком с этой версией, но я вот... В другой части она имеет реальное основание, я сейчас об этом скажу. Но вот что касается имущества и там, собственности там, ближайшего окружения, не ближайшего окружения, вы помните, была объявлена, сейчас я вспомню, когда это было, это был, по-моему, 2012 год, была кампания объявлена по национализации, так называемой национализации. И Путин неоднократно выступал относительно призыва к российским бизнесменам и российским государственным чиновникам с призывом вывести средства и продать имущество из западных стран. А это произошло примерно за полтора года до начала военной кампании против Украины. Что еще раз говорит о серьезности подготовки, о продуманности действий, о том, что ожидалось в том случае, если начинается такая кампания, то активы, государственные активы и активы тех или иных частных лиц или компаний могут быть оказаться под санкциями со стороны западных стран. Поэтому как минимум за полтора года началась в этой части подготовка по выведению этих активов. В этом смысле действия очень напоминают войну против Грузии, потому что там, значит, как известно, в течение долгого времени шли переговоры по поводу нахождения российских баз на территории Грузии, в Хавталаке, в Батуми и штаб на территории Тбилиси. В течение многих лет грузины просили, умоляли, требовали вывести базы. Россия отвечала, что она не может это сделать, что там столько имущества, это потребует 20 лет, 30 лет выведения, велись бесконечные переговоры, ничего не помогало. И вдруг в июне 2006 года Россия в одностороннем порядке начала эвакуацию баз и в течение 5 месяцев полностью вывела. И Ахалаки, и Батуми, и Тбилиси. Грузины были просто потрясены, шокированы, потому что они уже отчаялись, и вдруг в одностороннем порядке все это было выведено. Потом стало ясно, почему это произошло. Это сделано было для того, чтобы в условиях начавшейся войны, которая будет начата в следующем, даже через полтора года, так, через два года, в 2008,
имущество, войска, боеприпасы не оказались бы в окружении грузинских подразделений, не оказались бы в качестве военнопленных. Поэтому, когда мы видим такого рода действия, которые, на наш взгляд, кажутся странными, необычными, не подвергающимся логичному объяснению, пройдет какое-то время, может быть год, может быть полтора, может два, мы получаем пояснение, потому что просто они готовятся к военным действиям гораздо лучше, чем обычные люди, которые заняты мирными действиями, которые не имеют такой логики, логики подготовки к войне. А вот что касается того, что вы сказали вот, по поводу информации, ну, я не знаю, может быть, многие уже знают об этом, вот приближается через 6 дней годовщина гибели Боинга, вылетевшего из Амстердама, поэтому я предпочитаю называть его не малазийским Боингом, а амстердамским Боингом. Потому что, как мне кажется, именно этот аспект гораздо важнее, чем принадлежность малазийской компании, именно то, что он вылетел из Амстердама. По этому поводу, как вы знаете, международная следовательская группа с участием Голландии, Малайзии, Великобритании, Австралии провела основную работу, и основные результаты получены, в том числе получены имена всех тех российских военнослужащих, которые находились как непосредственно вот экипаж «Бука», так и весь этот маршрут движения этого «Бука» из расположения 53-й бригады противовоздушной обороны из Курска по территории России, пересечение незаконной российско-украинской границы, проникновение на территорию Донбасса, значит, занятие позиции, значит, осуществление запуска ракеты, которую сбил Боинг, и эвакуация на территорию России. Информация по конкретным лицам, участвовавшим в этом преступлении, была получена тем самым образом, про который вы сказали. Это получено, что называется, human intelligence, это просто человеческая информация с территории России. Были объявлены очень крупные суммы за предоставление информации о том, кто, когда, как, каким образом это сделал. Эту информацию получили, она сейчас имеется. И, видимо, либо вот, в годовщину этого преступления, либо чуть позже эта информация будет обнародована, ну и мы все эту информацию узнаем. Но у самих украинцев есть еще одна версия, я не знаю, в курсе или нет, еще более жесткая. И там в районе Донецка два Первомайска. И Бук приехал не в тот Первомайск, который должен был быть. Он должен был сбить, в общем-то, как ни страшно звучит, украинцы пишут, российский самолет. И после этого российские войска должны были входить в Украину. Они перепутали. Эта версия была предложена в том числе и Алексеем Алексеевичем Венедиктовым в его недавнем выступлении в Вашингтоне. Значит, проверка этой версии показывает, что она несостоятельна. Российские самолеты там в это время не летали, они пролетали за несколько часов до этого. Значит, надо просто понимать, как принимаются решения, как захватывается цель, как следит, значит, система ПВО. В общем, это не подтверждается. Промазать вот такой подготовленный экипаж просто нет состояния. Цель выбирается, устанавливается. Ну, скоро увидим. Увидим доклад и узнаем. Да. Что касается информирования российских граждан, конечно, это надо делать, но мы все знаем, с какими проблемами сталкиваемся. Но есть еще одна проблема. Есть проблема информации, доступности информации, недоступности информации. А есть еще проблема психологии. Вот до там, 91-го года или до 90-го года, до падения железного занавеса, можно было говорить, и мы это говорили, что проблема в том, что наши граждане получают информацию о том, что происходит за рубежом, о том, какие другие точки зрения существуют. Потому что там есть глушилки, потому что нет свободного потока информации, что было правда. И исходя из этого и мы, и, кстати говоря, многие на Западе считали, что как стоит разрушить железный занавес, информационный прежде всего занавес, стоит обеспечить свободный поток информации, и ситуация изменится радикально и навсегда. Потому что свободной конкуренции, идеи свободы, идеи прав человека, идеи демократии, идеи правового общества не могут не выиграть по отношению к идеям тоталитаризма, там, войны, насилия. Ну, просто совершенно очевидно, казалось бы. Наш исторический опыт
последних 10-15 лет показывает, что может. Что несмотря на это, у нас появляется такой вот как бы, то есть железного занавеса нет, но есть некий прозрачный занавес. И этот занавес проходит не по границам государств, он проходит в головах. Оказывается, вот это факт установленный, это психологически, можно как сказать, там, вот зомбирование, это накачка, но это факт жизни, когда у людей есть возможность получать разную информацию, тем более сейчас с появлением интернета, когда это не составляет технических проблем, когда не составляет финансовых проблем. Есть возможность получать разную информацию. Тем не менее, огромное количество людей, не буду говорить какая часть, но огромное количество людей предпочитает именно такую дезинформацию. И, конечно, есть там Киселёвы, Соловьёвы, Мамонтовы и прочие, и никто не говорит о том, что они не оказывают воздействие, оказывают огромное воздействие. И мы видим, кстати говоря, впервые появилась возможность измерить эффективность кремлевской пропаганды. Эстонцы сделали в прошлом году исследование общественного мнения Эстонии на примере двух общин, эстонской и неэстонской, в зависимости от того, кто какие источники информации слушает, смотрит, читает, по каким разным темам, получили фантастические результаты, и видно, насколько эффективна российская пропаганда. Она дает 30-35 процентных пунктов чистого результата, фактически просто за счет факта своего существования. Да, 30-35% это обеспечено, а остальные? А остальные, значит, вот есть там, не знаю, предрасположенность, склонность, личный выбор. Некоторые вещи кажутся настолько ужасными и отвратительными, что мозг самостоятельно отказывается, говорит, это не может быть, что это делают наши. Такого быть не может, вы клевещете. То есть это сознание, можно сказать, это сознание может быть отчасти, ну, психологи могут назвать это племенное сознание, религиозное сознание. Я не психолог, может быть, точно не назову это, надо со специалистами просто говорить. Но явно мы сталкиваемся с чем-то таким, что, на что не воздействует даже самая обоснованная информация, самая подготовленная информация, очевидная информация. Люди просто отказываются читать, смотреть и слушать. Говорят, нет, пусть она будет сладкая ложь, но пусть это будет ложь. Дезинформационные войска Российской Федерации действуют на территории всего земного шара, на всех возможных языках. Это, конечно, не только Russia Today, это теперь радио «Спутник», это теперь, значит, вот сотни тысяч вот этих самых троллей, которые пишут комментарии на всех языках народов мира и везде жалуются там, от любой страны, от англосаксонских стран там, до Словакии, Словении, Черногории, везде. Китай очень осторожно относится к нынешней агрессивной политике Кремля. С одной стороны, он очень внимательно изучает и ее, и реакцию Запада на это, потому что у Китая немало своих проблем сейчас. Там одна из центральных проблем – это Южно-Китайское море, это острова Спратли, на которые, собственно, предъявляют претензии права целый ряд соседних государств. А Китай захватил и там строит сейчас там новый искусственный остров, и там взлетно-посадочную полосу, и, собственно, предъявляет претензии на международные воды, международное воздушное пространство. То есть там серьезный очень такой кризис тоже развивается, и поэтому Китай очень тщательно изучает реакцию Запада на российские агрессивные действия для того, чтобы отрабатывать свою стратегию действий и в этом конкретном регионе, а также там есть и другие регионы соседние, но не только на юге и востоке Китая, но и на севере тоже. Вот, так что это, как бы они очень внимательно следят за этим. Поэтому они такой придерживаются прохладной позиции. Как известно, при голосовании в Совете Безопасности резолюции об осуждении российской агрессии против Украины и Крыма, вот и аннексии Крыма, Китай воздержался, а не присоединился. Но, собственно говоря, в этом и заключается как бы вот стратегическая позиция китайских властей сейчас. То есть, если можно сейчас заработать на России, пользуясь ее слабым
политическим и внешнеполитическим положением, то, конечно, давайте будем это делать. Вот. Но поддерживать в военно-политических устремлениях России против Запада, против Украины, конечно, нет. Вы не читали резолюцию ШОС или кто-то по Украине, которая принята пару дней назад? Там удивительная фраза, под которой подпись президента России. Там говорится, что ШОС выступает против одностороннего военного вмешательства в дела Украины. То есть Россия голосовала против России. России необходимо, российскому руководству, сделать одну маленькую вещь. Соблюдать нормы международного права. Вывести свои войска с территории Украины. Перестать поддерживать сепаратистов. И восстановить статус-кво относительно Крыма, который захвачен незаконно. Вот как только российское руководство, кремлевское руководство это сделает, все отношения с Россией будут восстановлены. Это повторялось многократно, и это продолжают они утверждать это сейчас. Значит, то, что сейчас Запад вот в последние месяцы стал делать, является вынужденным шагом со стороны западных лидеров, как результат неэффективности их прежней политики, в результате их попыток уговорить Путина и Кремль сделать то, что они просили многократно в течение предшествующего года и трех месяцев. Они даже про Грузию забыли, про Абхазию, про Южную Осетию и все. Только сейчас они вспоминают, говорят, подождите, а же в Грузии все было так же. Да. Но опять-таки, это внутренняя там, характеристика природы западного общества. Они не хотят воевать, они не любят воевать, они считают насилие неприемлемым. Они очень не хотели этого делать, они вынуждены это делать сейчас. Они даже сейчас, когда это делают, говорят, но все равно, как только там, Кремль изменит свою позицию и выполнит те условия, которые были объявлены, то есть соблюдение норм международного права, введение российских войск с территории Украины и восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, то они, в общем, обещают вернуться к business as usual. И, судя по всему, они так это и сделают, если это произойдет. Но другое дело, что просто кремлевское руководство этого не хочет.